да, вот, и что касается, опять же, да, культурных именно программ, что касается истории, да, то есть истории не то, что было там 18-19 века, да, уже более древние, то есть начинаешь от образования первых племен, да, славян, полосы там и так далее, вот, в принципе, этого побольше, я считаю, было бы очень полезно, на самом деле. Может, развлекательных передач каких-нибудь, а то все плохое, что-нибудь хорошего, комедийных каких-то передач. Ну, чтобы поменьше было рекламы, самое главное, потому что реклама сейчас затмила все каналы. И как-то уже какой-то фильм или какое-то спортивное мероприятие уже смотреть уже не очень. Может, какие-нибудь передачи о культуре, о городах, там, про историю России. Ну, не знаю, про национальную там историю, ну, про планету что-нибудь такое. Вот мне кажется, что детских не хватает. Как бы вот есть каналы, конечно, определенные созданы у нас уже в стране. Ну вот нашему хотелось бы иногда мультиков посмотреть, наших советских, а не тех, которые показывают. Вот такое, наверное, пока.